У Славутичі з'явився новий мурал. На фасаді будинка номер 3 київського кварталу працювали двоє художників. Молода пара – Віталій Гадован і Олена Найна. Ну, це не перший ваш мурал. Починав з графіті, було моє увлечення. А, то в молодості графіті рисував? Ну, так, в 17 років така була у мене дитяча забава. І переросла в таку взрослу професію, так? Ну, можна сказати, так. Зараз таке хобі, яке плавно переходить в професію. Ну, мені сказали, що це не перший ваш мурал, що ви вже щось рисували вдвоєм, так? Да? Так, да, у нас є проєкти «Два рекорди України». У парку «Відрадний» у Києві вони створили найдовший в Україні мурал на історичну тематику. Мурал довжиною більше 77 метрів і висотою 2,87. А цей мурал став їх другим рекордом України. На висоті 141 метр вони намалювали на даху ТРЦ «Гулівер» космічний мурал. Мої є роботи практично в кожній області України. А як ви рисуєте? Як Ільф і Петров пишете по кускам чи одновременно вдвоєм? Допустимо, я робив верхні етажі, Єлена робила на нижніх. На нижніх, да? Да. Они промазали вот как-то там раз, и поезд получился не туда поехал. Да не, вроде нормально все получилось. Как с ним работаете? Хорошо. Вы понимаете друг друга? Вы женщина, он мужчина, то есть взгляды разные. Ну ничего, мой муж и жена, так что мы понимаем друг друга с полуслова, можно сказать, дополняем друг друга. Он делает одну работу, я другую. Эскиз делали не мы, там подготавливали Екатерина и вместе из, я так понимаю, весь город работал над этим эскизом, какие-то правки были. Мы же получили плюс-минус финальный эскиз. Ну, все равно пришлось немножко дорабатывать, там свои нюансы вносить. Мурал сам особен, потому что он приурочен к 35-летию Чернобыльской аварии, трагедии. И это особенность, потому что это боль всех граждан Украины. Вот ваш женский взгляд, ангел получился, с вашей точки зрения, он, по-моему, похож на вас. На меня не похож, но девушка получилась, она как бы оберегает город. За ней можно увидеть там колесо обозрения в Припяти. Она как бы закрывает новый город от катастрофы, которая случилась, и оберегает всех жителей, которые в нем. То есть это своеобразный оберег в Славутичи появился? Да, можно и так сказать. Есть символы Славутича. Это восьмиконечная звезда. Есть арки, есть памятник, который есть за нами находится. Это олененки, я так понимаю. И пара, семья. Ну, есть символы, которые есть, находятся в Славутичи. Единственный нюанс, вот деревья, когда расцветут весной, как-то мурал будет закрываться, или с вашей точки зрения он как бы будет просвечиваться через деревья? Я думаю, он будет шикарно вписываться в архитектуру, и плюс деревья будут его дополнять. И, допустим, люди, которые будут проходить возле стены, они будут все отлично видеть. Ну, сейчас я уже смотрю, проходят, фотографируют, так что славутичане уже с сегодняшнего вечера будут, я думаю, точно присматривать. А, так вот, даже можете посмотреть, вон девушка стоит и фотографирует на мобилочку. Так что вы будете популярны. А вы подписались где-то? Да, подписи есть вверху. Но я знаю, что вы еще один подарок сделали, нарисовали енота. Да, мой енот, мы его быстро сделали, там, за пару часов. А енот это в чью честь или ради чего, или это как подарок? Или, насколько я знаю, это не первый енот, который вы рисовали в своей жизни? Да, у меня есть коллекция. Он просто такой образ игривый, и плюс там детский садик находится. Мы там еще написали «Don't worry, be happy», люди, которые утром будут идти, будет заряжаться позитивом. Автором проекту мурала «Славутич. Зв'язок поколінь» є Василь Ритунський, член ГО «Переможці Чорнобилю». Малюнок добре проглядається з автодороги та міського парку, тому всі бажаючі зможуть милуватись витвором мистецтва.